Привет, Марина! Привет! Здравствуйте, и вы, наши дорогие любители бесплатных мобильных игрулек. Сегодня у нас игра, которая называется Epic Battle Simulator. Давно мне ее Google показывает. Реально, давно, как не зайду в маркет какие-нибудь игры поискать, постоянно мне Google показывает, что вот, говорит, чувак, посмотри, есть новая игра. Я все никак не решался, но вот сегодня решили с Мариной все-таки эту игру посмотреть. Надеемся, что битвы будут достаточно эпичными. Вижу, что здесь есть Levels и Custom. Custom это, возможно, Blue Team, Red Team. Да, как я и полагал, это настройка. О, смотри, они сменились. До этого были у фактически голые. Да. Так, левел. Давай все-таки пойдем по... Левел 1. Так. Я не знаю, что тут можно делать, как бы. Так. И что? А! Ничего себе! То есть я прямо... Ты погляди! Я целую себе набираю армию фактически. То есть я вот выбираю вот такой вот верх. Мы сюда с тобой поставим арчеров. Так. Чё, это все что ли, типа? Больше не вылазит, что ли? А, у меня деньги кончились. Так, у меня очень мало денег для моей армии. Ну, давай тогда, наверное, будем поскромнее, что ли? Поскромнее. Или наоборот, понаглее. Если тут что-нибудь очень мощное. Гигант. Сразу выглядит просто. Круто, просто двух будет. Гигантов. Просто двух гигантов. Бабах. О, ты погляди на это. Так, погоди. Это какие-то гладиаторские бои. Это я, черт побери. Ты представляешь, это я управляю камерой при помощи джойстиков. Так. Ну, кажется. Они всех замесили. Ты знаешь, кажется, что мои пацаны просто их уделали. Просто уделали. Да. Так, continue. Ну, это было изи. Теперь у меня 400 уже фондов, и можно их добавить, конечно же, просмотрев видео. И еще численно я ограничен. Ну, как бы, я бы, конечно, вызвал гигантов, но кажется, что это слишком просто. Давай теперь самураи. Так, самурайчики. А пираты есть? Пока не видно. Так, самурайчики... Давай, короче, самураев, вот, но не на все. Мне интересно проверить, дадут ли мне бабки эти. Хотя как я проверю? Я никак ведь не проверю, дадут ли мне больше бабок за то, что я там кого-то не использовал. Так, вот, давай. Гоу! И смотрим, короче, так. Наезжаем, самураи, давайте. Черт, чувствую, надо было брать стрелков. Что-то моих самураев. Хотя нет, ты погляди, нормально. Нормально самураи работают. Ну, первые уровни, они, естественно, простые. Этим никого не удивишь. Так. Что будет дальше, спрашивается? А мне еще, знаешь, что интересно? А есть ли какая-нибудь прокачка? Судя по всему, нет. И что, вот это вот такое? Кнопка неактивна. Ладно. 400 может, бабок. Может, смена локации, не знаю. Не-не, она не... Ну, может, потом будет активна. Так, 400 бабок у меня. Чтобы использовать. Знаешь, я думаю, что я использую катапульту. Я использую катапульту где-нибудь вот здесь, типа. А ее будут прикрывать. Прикрывать ее будут. Блин, а может быть вместо катапульты нужно было пушку использовать? Я вот даже не знаю. Слушай, наверное, пушку использую. Вместо катапульты использую пушку вот здесь. И эту пушку будут у меня прикрывать рыцари. Рыцари будут прикрывать пушку. Вчетвером. Вчетвером будут, дерзкие рыцари будут. Ой-ой-ой. Так, вот это уже опасно, но кажется, что пушка это неплохо. У них есть стрелки. Но ничего, мои рыцари это как бы ребята серьезные, бронированные. Я думаю, что они справятся. Так. Пушка перенацелилась уже на лучников. Рыцари расстреливают. Пушка, давай работай. Рыцари добежали, и по идее сейчас уже проблем возникнуть не должно, но черт его знает. Пушка что-то не работает по ним, видимо, слишком далеко. Но, оп, а вот и пушка. Нет, да. Она просто долго... Видимо. Да. Перезаряжали, потому что пока ядро закинешь там, пока что... Так, ладно. Самое, знаешь, что какое? Не то чтобы неприятное, но... даже в некотором роде интересное. Я же не знаю, какие будут враги.
Понимаешь? Я же совершенно не знаю, какие будут враги. Поэтому мы используем гиганта. Поэтому мы используем гиганта. Помимо гиганта мы используем катапульту. Просто потому что могу. И хочется посмотреть, что это такое. И также... Викинги! Подожди, мушкетеры. Блин, хочется мушкетеров использовать, честно говоря. Три мушкетера. Так, три мушкетера. И носорокет. Пистолетто. О, пистолеро, ты пойдешь к гиганту. Пистолеро. Так. Практически на 100% стрелковый отряд. Возможно, это выйдет мне боком, но мы все же посмотрим. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, серьезные мужики. Ой-ой-ой-ой, так, гигант, давай танкуй. Так, смотри, тут мясо, много мяса. Зеленого мяса вот этого вот бежит. Но кажется, что гигант был хорошим решением, ты знаешь, на удивление. Я на удивление реально угадал. Гигант хорошо танчит, и он вот этих вот мясных мужиков зеленых просто с легкостью уничтожил. Так, следующий уровень 5, у меня 500 золотишко и... О, можно еще... спирмены. Дефендер. Он, видимо, не делает ничего, просто защищается щитом. Реально такой, чистый танк. Мускетир. Так, кого бы взять? Хочется, честно скажу, хочется набрать просто кавалерии сейчас. Давай просто наберем кавалерии, Марин. Так, и на полтосик, так, на сдачу. Так, Дефендер. Ой, не, Сагитариуса. Так. Китайского стрелка. Опа! Отлично! Я опять угадал с кавалерией. Смотри, они сейчас быстро пойдут на сближение с лучниками. И просто, короче... Ты смотри, они, кстати, действуют-то хорошо. Они прям закручивают. Они молодцы. Они, это очень тактично. Так, что-то не очень хорошо. Зеленые как бы чисто мясом давят. А лучники расстреливают. Блин, не круто. Так, а что можно... Хотя нет, ты знаешь... Второго кавалериста мне, конечно, убили, но они отвлекают все это время, и мой китайский стрелок с многозарядным арбалетом просто дорабатывает все остальное потихонечку. Замечательно, замечательно. Ну, конечно же, рекламка в бесплатной игре, как без этого. Так, продолжаем. Опять 500, блин, хочется уже какого-то, знаешь, наращивания боевого потенциала. Хаммер. Суровый мужик с вручным молотом. Ну, я думаю, что если мне понадобится что-то суровое, я просто гиганта использую, вот, например, сейчас. Так, давай используем вот так вот гиганта. А помогать ему будут... Кто ему будет помогать? А давайте ему будут помогать самураи. Вот так вот, издалека будут бежать и помогать ему. А за тридцаточку там, по-моему, можно было бойца взять, да? Ну, давайте, вон так, для массовки просто, для массовки пойдет. Ай-яй-яй, так это вот такое расположение. Боже ты мой, как глупо получилось. Я все это время неправильно думал насчет того, как работает расположение войск. Оказывается. Ну ничего, теперь я знаю. Да, гигант, конечно, идет неспешно. Самураев моих постреляли. Возможно, это будет провал. Блин, гигант только дошел, самураи уже всех порубали. Реально. Гигант, короче, это просто жирный такой танк, который просто на себя будет идти и собирать все, что можно собрать. Ну, кстати, я победил тем временем. Ух ты, смотри, мне предлагают зарейтить. Не, ребят, игра клевая, но я обычно не ставлю оценочки. Так, опять 500. Да что ты будешь делать? Так, сейчас пройдем вот этот уровень, короче, и пойдем в редактор, чтобы свое месиво устроить. Так. Чтобы такого извращенного еще сделать, мне кажется, нужно сделать кучу мушкетеров. Нет, давай сделаем одного гиганта. Одного гиганта вот сюда. И кучу мушкетеров. Куда-нибудь сюда. Это вот интересный ход. Ну как, ну тут типа не куча мушкетеров, конечно, получится. Не такая уж и куча мушкетеров. Так, ну и одного стрелка. Так. Ой-ой-ой-ой-ой. Гигант так как бы в опасности даже. Гигант в некотором роде... Опаньки! Опаньки!
У нас что, первое поражение? Похоже, у нас первое поражение намечается. Хотя ты нет, ты посмотри, как они. Ты посмотри, как мужики-то с мушкетами. Просто с мушкетами мужики работают на отличненько. Молодцы. Молодцы, порадовали меня. Так. Давайте вернемся обратно в меню. Мы прошли 7 левелов, и можно идти, я думаю, в кастом. И... О, да. Я настраиваю две армии. Друг против друга. Так, ну, конечно же, хочется наделать гигантов. Конечно же, хочется наделать гигантов. И давай у нас синяя армия будет состоять из... Что? Вот можно... Ну, тут, конечно, не очень клево, потому что тут чисто по количеству юнитов. Я могу реально наставить гигантов. Давайте я так и сделаю, кстати говоря, потому что будет интересно заценить. Вот у меня будет 25 гигантов. Это синяя команда. А красная команда будет состоять из... Ну, я не знаю, из кого, Марина, она будет состоять? Я думаю, она будет состоять отчасти из... Отчасти пусть... Пусть она отчасти состоит из дефендеров таких вот, которые будут принимать на себя удар. А за ними будут стоять, короче, мушкетеры. Прям дальше за ними будут стоять мушкетеры. Вот так вот они будут стоять. Кстати, на ПК, да, я вижу уже эти комментарии, в которых мне пишут о том, что на ПК есть очень похожая игра. Это ничего не значит, она не на мобиле. Так, ну и викинги. По просьбе Марины, викинги будут фланговым отрядом атаковать вот отсюда. В 16-ром викинги будут атаковать. И вот здесь как бы как вишенка на торте. Вишенка на торте, одна пушка. Гоу. Все, пошел замес. Так, гиганты наступают. Во всех смыслах гиганты наступают. Но мушкетеры тоже работают. Так, гиганты пока не подавили всех. Пока еще всех не подавили. Но уже к этому идет. Но ничего. Ряды гигантов уже стали скромнее. Так, падают. Мушкетеры, давайте. Пушка подключилась. Черт, у меня плохое предчувствие. Нет, у меня хорошее предчувствие. Я, кстати, за красных болею. Так, давайте. Ну, мушкетеры как бы. Мы уже видели, на что способны мушкетеры. И они, в общем-то, подтверждают свою мощь. Фу, отличная игра. Мне нравится, реально. А как тебе, Марина? Я понимаю, что это сильно для мальчиков, конечно, игра. Да, это все вот лупасить друг дружку, это очень для мальчиков. Мальчиковая. Ну, что так забавно, вроде. Мальчиковая. Очень мальчиковая игра. Ну что ж, ребят, это Epic Battle Simulator. Все ссылки, связанные с ним, находятся в описании к этому видеоролику. Там же в описании вы можете найти ссылку на наш Patreon, если вы хотите нас поддержать. Переходите, почитайте, что там написано, и, возможно, это вас заинтересует. Мы, во всяком случае, будем очень благодарны. Также эти ссылки вы увидите в конце ролика во время нашей финальной заставочки. Всем спасибо, ребят, и пока. Пока.